Они, друзья, всем привет! Показываю вам сегодня большой участок, который находится в Красной Поляне. Вот, надеюсь, видно немножко сегодня такие заснеженные, затуманенные горы. Не очень ясная погода, но участок очень и очень, друзья, достойный. Смотрите, 22 сотки, вот они перед вами, находятся прямо вот здесь, вот они. Проезд вот идет отсюда, то есть заезжаем мы с этой стороны, и участок состоит из двух половинок, первая и вторая чуть-чуть побольше. Вот смотрите, вон там вон дом старый, видимо, раньше это было вот, так скажем, поместье вот этого небольшого домика. Сразу опережаю ваши вопросы, вот здесь строится гостиница, она строится законно, ничего с ней не будет, но она будет рядом. Как бы я рассматривал этот участок? Я бы его рассматривал либо по две классные виллы в стиле шале, верх вот так вот закрыть какими-то большими деревьями, например, туями, чтобы создать определенную приватность. Снизу приватность создается за счет того, что тут идет небольшой обрыв, а внизу не очень активно проездная асфальтовая дорога, по которой мы выезжаем с одной стороны в поляну, либо можем сразу выехать на выезд в сторону Сочи, туда тоже, в сторону уже Голицына, монастыря, Адлера и так далее. Вот участки ИЖС. Сюда можно завести все центральные коммуникации. Они тут рядом есть. Тут вот есть какой-то уже жилой дом. И внизу тоже, собственно, есть жилые дома. Да, вижу, вот есть заведен сюда газ. В общем, место классное. Давно я таких хороших участков. Я их даже в Сочи, честно говоря, не видел. Посмотрите, какой классный ровный участок. Поэтому, если у вас есть желание, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мало того, здесь еще весьма интересная цена. Не такая отмороженная, как на большинство участков Красной Поляны. Всех обнимаю. Пока-пока.